не менее полезным. В том плане, что я задумалась на я подумала о каналах продаж для нашей сферы деятельности. Роман в своем выступлении те вопросы, которые важны для каждого человека, это свое предназначение, своя миссия, исходя из этого, да, стратегия продвижения кандидата, которому не только кандидата, но и как человека в вашей жизни. Поэтому я очень благодарна спикерам за интересный содержательный завтра, надеюсь, что мероприятие в этой серии будет не менее интересным.